Приветствую всех себя на канале. Сегодня я получил посылочку от компании Wecker. Находимся мы в Беларуси. Это вот адрес отправителя. Фамилия и адрес так. ЧТПУП Wecker 12, Витебск 15, Витебская компания. Заказал я две хурмы по скидке по акции. 15 белорусских рублей штука стоит. Покупал в том году осенью. Как летом покупал я хурму. Прислали. Не очень была. Поменяли на другую. Вроде перезимовала. Потом я, когда будем садить эту, я покажу, как перезимовала хурма. Там была хурма россиянка. А эта хурма у нас бычье сердце, кажется, и щека одна. Сейчас распечатаем посылочку, посмотрим. В этот раз выслали быстро, заказала 25 апреля, сегодня у нас 6 мая, уже дома. Так, как-то нам открытие одной рукой. Ладно, положу на бок сейчас. О, ножик острый, сделал я его с косы старой, сломанной. Что траву косить? Такая вот посылочка. Будем надеяться, что хурма хорошая. Не это, не мертвая. Так. Что-то она мне не нравится. Или то просто в грозе таки ствол. Или сухая. Прищикнута свежая. Может просто обмазана в грязь. Сейчас вот тут сверху ногтем глянем чуть-чуть кору. Живая кора, зелененькая. Вроде живая. Так. Сейчас еще. Это у нас хурма бычье сердце. Да, сильно вот не царапал, чуть-чуть царапнул тут сверху кору. Видно зеленая. Ветки мягкие. Ну, сейчас еще корневую поглядим. Положу сюда вот тенек, чтобы на солнце не перегрелось. И давайте следующий смотрим. Следующая у нас хурма это. Схвался в затишье. Такие. Тут у меня угол. Вроде тихо, но ветер все равно закручивает. Еще не ветер, но погода сильно. Хурма королек у нас. Таким вот двойным побегом. Конечно, тут не очень красивое такое. Это обрезать аккуратненько. Нож этот острый. Обрежу. Да видно, вот прививка. Обрежу это и замажу садовым варом. Сразу же видно, что почки. На фоне руки вот. Солнце светит. О, больше тень. Почки живые, уже распускаться начали. Значит, и ветки будут живые. Одна ветка с почками живыми, и это где-то видно его живыми. Это хурма королек. Ну, конечно, невысокие такие растения, но главное, чтобы живые.
Сейчас еще проверим корневую. Дальше смотрим, что тут посылки у нас. Это бумага упаковочная. Это тоже бумага. Это у нас чек накладная. Наш чек, хурма, бычье сердце, 14,99, и королек, это получается 30 рублей, и семена заказал огурец, балконное чудо F1, это я до общей стоимости, чтобы на 30 рублей вышло, минимально. Доллар у нас сейчас стоит 27 где-то рублей, 26 долларов, 27, это получается 27 рублей, это получается 10 долларов, считайте, вот сколько белорусских. Это по скидке весенняя распродажа, а осенью я покупал 30 рублей летом, ну в том году 2020, это получается два раза дороже, ну там и саженец был два раза больше, главное чтобы живы. Посадим сейчас, распаковал я все это дело, пойду подготовлю яму. Когда осенью я садил, просто закопал и все. Сейчас туда добавлю щебенки, там торфа привезу. Это вот огурец. F1, балконное чудо. Нужно посадить, еще можно успею вырасти. Гладкий. Не знаю, длинный он, не длинный, я думал длинный. Уже просто что гладкий. Ну, посмотрим, что вырастет. Это забираем все. Коробки. Коробки кину. Покуда сюда. Надо будет сховать, чтобы дождь не намочил. Ну и сейчас проверим корни. Так, наша камера стоит, сейчас будем корни глядеть. Так, вот начало пленки этой. Взял веточку, такую пленку сматывать буду. Сейчас распакуем корни, глянем. Потом будет надо назад закрутить. До посадки. Замотали хорошо, конечно, корневую. Так. Вчера было 25 тепла у нас на улице, сегодня прохладно, наверное, 15 сегодня. Так, наша корневая. Что-то тут мне очень не нравится.
видно, вот ствол отломанный, или где-то двойны бы уже разделяли наполам, по двое, или болезнь какая, не знаю, сейчас глянем по корневой что-то. Ой, страшная, конечно, корневая. Это у нас что первое? Бычье сердце, хурма. Такая корневая. Торф не очень, чтобы мокрый, но влажный. И коренчики маленькие. Видно вот. Это сухие корни. Сейчас на чем глянем, это зацепим. Тоже гнилый корень. Видно, черный внутри. Отмерзший корешок. Это тоже отмерзший корешок. Ай-яй-яй-яй-яй, так. Опять с корневой хреновой. Вверх, то есть все зеленоватое, вот корневая, походу мертвая. Ну, видно. Сухий корень. Он когда живый, он не такой. Не знаю это. Бычье сердце. Видно, он тут вот саженец этот, подвой сам. Загнившийся вот сверху. Короче, сухий. Сухой, сухой корень. Видно. Осенью, когда мне замену присылали, был хороший, это вот гнилое уже. Все. Придаточные корни все чисто сухие. Если еще и этот будет такой самый, тут, то тут уже нечего и сажать. Ну, тоже видно. Гнилое коренье. Ножом скребешь, уже сухий корень полностью. Видно. Гнилая черная древесина. Ну, все такие. Я думал, что это толстый будет. Гнилый черный корень. Сухи. Она сразу мне и не понравилась, такая какая-то подзасохшая. Сверху вроде чуть-чуть что-то под корой и было, как зеленое. Ну видно, что не то, что надо. И почки не раскрываются. Вот, если взять россиянку, то тут почки видно зелененькие. Будем надеяться, и корни хорошие. Ну, а тут это уже получается у нас опять 25. Сейчас толстый этот вот проверим. Еще сам центральный. Видно.
сухий черный корень. О, черный засохший корень, короче. Живым даже не пахнет. Тоже с этой стороны черный. Весь корень черный сухий. Видно. Гнилый. Это. Тут вот чуть-чуть что-то живое сверху. О, в этой части. Чуть-чуть-чуть. А дальше просто вот. Даже то и не живое. Черный сухий корень полностью. Подгнивший. Черный гнилый корень. Все. Ай, опять придется писать, звонить. Время тратить свое. Крутану покуда, чтоб не досыхал. Хай лежит. Сейчас эту проверим. По двое видно. Поврежденный снизу. Это у нас королек. По двое поврежденный сюда. Идет. Сейчас смотрим корень. Если и этот все-таки будет сажен, то не знаю, что уже и говорить тогда. Высылаю все подряд без проверки. Вот вам и скидка, и не скидка. Когда в том году я покупал, первый тоже мне пришел, как вот этот вот, гнилый полностью сухий. Покуда туда-сюда я добивался правды, заказал весной. Покуда добивался правды, пришло только осенью замена мне. Ну, вроде бы перезимовал, там почка одна жила, посмотрим. Но вот это, конечно, нехорошо. Он полностью гнилый корень. Это не дело. Так, сейчас смотрим это я корень. Долго не буду их. Тоже черный внутри высохший видно. Смотрим полностью. Да, хреново, конечно, отвалился сразу видно. Загнившийся корень. Смотрим с конца. Тоже сухий загнившийся корень. Выше. Вроде как живое, но черное какое-то. Подчерневшее. Ну вроде живейшее, но. Сейчас смотрим, я его аккуратно обрежу, это черное снизу гнилое. Тоже загнившийся внутри. Сразу видно даже, у вас, если не царапа уже, царапнутый черный сухий корень. Надрезаю смело.
черный загнившийся. Осенью, когда мне прислали замену, она была замена коренчики такие хрусткие, и внутри беленькие, я проверил, нормальные. Это черная загнившая система вся корневая. Не посадишь такого уже. Эй, одно разочарование. Видно. О, тут даже и гадать не надо. Сока у тебя хватило с холодильника, видно, чтобы запустить почку чуть-чуть там сверху. А корень вот сухий тоже. Снизу. Загнившийся. И придаточные. Ну ладно, центральный. Он как бы вот чуть-чуть тут и живый. А по все придаточные, все сухие корни. Гнилые. Эх, бляха. Да, конечно, разочарование. Сразу было видно, отломанные. Отваливаются. Уже сгнилые. Распродажа. 2021 год. Он когда живый, он ломится, а тут уже высохший крутится. Сейчас еще вот этот проверим. Это чуть-чуть какие-то живые. Ну на этом корне, навряд ли она куда-то рост позже. Гнилое, блин. Загнившиеся. Видно. На срезе видно сухое с черновой внутри. Это черное. Вот. Отгнившие сухие корни. Как такое продавать людям можно? Посмотрим. Все эту заткнул землю. Ну навряд ли оно примется. Видно. С этой стороны еще чуть-чуть сырое такое. А тут во вверх пошло. Гнилое, сухое. Во. Нашу камеру. Скользкий, гнилый, сухий корень. Во. О. Гниль хорошая. Видно. Черный гнилый корень. Если он по всей длине загнившийся, отсюда вот и пошел вверх. Видно. Сухий загнившийся корень. Твою мать. Что вам сказать? Когда мне осенью прислали замену, я той весной заказал, прислали такое вот самое гнилое и полностью совсем высохшее, даже и почек не было видно, чтоб просынались, когда прислали, то я месяц добивался замену. Короче, потом мне позвонили, посмотрели ролик на ютубе мой, позвонили, ну прислали осенью замену. Вроде бы и корни хорошие, все там было, ну центральный тоже снизу подсохший только, а тут он полностью по длине загнившийся корень просто. Так та замена сейчас распустила почки, потом они что-то присохли непонятно, это одна почка живая, можно сказать живая, ну а тут полностью гнилый корень один. И на второй, на этой вот, то же самое. О.
Черные гнилые корни, два. Это не дело. Я вам скажу одно, что у этой компании заказывалось саженцы хурмы. С таким отношением к покупателям не стоит. Если я сейчас заказал, покуда это, опять осенью ждать замены, что-то нема особо желания. Сейчас буду звонить, открывать спор на возврат денег вместе с пересылом. Конечно, жаль. Думал, будет у меня пополнение, а вышла херня, короче. Ну, если все придаточные корни сухие и начали сохнуть, это уже не хурма. Короче, заканчиваю я на этом видео. Пойду заниматься оспариванием этого посадочного материала. Видно, вот. Отколотый внизу был. Загнившийся. И от этого вот отколотого вот загнившегося пошло гнилье полностью. Тут, так и тут. От низу и вверх идет гнило его. Сухий гнилый корень. Даже если и вверх чуть-чуть уже распускаться начал, это не значит, что он будет расти, потому что корень гнилый, сухий, ничего толком не даст. Уже это его ни прироста, ни подроста не пойдет. Сверху его покоцаны, тут гнилое, тут покоцанное. Уже даже нема ему по одной линии, чтобы столько движения шло, под 90 градусов. Тут сухое, так и это, сухое. О, гнилый сухий корень. Короче, Витебск, Бекер, Беларусь. Обыкновенные неответственные продавцы. Не советую их больше покупать, даже с заменой и со скидками и с прочей заманухой. Пойду, короче, звонить, высылать фотографии.